полосатый праздник. Во Владивостоке отметили День тигра. Более 18 тысяч человек приняли участие в шествии по Океанскому проспекту. Большинство из них расписали лица в окрас хищника, либо надели оранжевое. Продолжился праздник гуляниями на центральной площади города. Впервые его отметили в 2000 году. Амурские тигры занесены в Красную книгу. Популяция насчитывает всего 540 особей. Но, по данным экологов, за последние 10 лет она увеличилась на 15%.